Друзья, всем привет! Новое видео на канале. Сегодня я решил поехать в один из тоже моих любимых торговых центров после Lavina Mall. Это River Mall, вот этот торговый центр. В принципе, там представлены все бренды. Единственное, что он находится на левом берегу, и я, конечно, вот сегодня суббота, ехал немножко долго. Очень большие пробки сюда на въезд на левый берег, поэтому немножко проблематично. Но торговый центр сравнительно новый и очень хороший. Но сейчас я вам его покажу внутри и, возможно, что-то сегодня себе все-таки приобрету. Ну что, пошли. Друзья, несмотря на то, что Черная пятница уже закончилась, распродажи еще есть в магазинах, поэтому реально скидки где-то 40-30-20% присутствуют. Так что можно приходить и покупать. Сейчас мы зашли в магазин Zara. Я встретился с Зафаром. Вот. И поднимаемся в мужской департамент магазина Zara на второй этаж. Здесь, кстати, очень много людей. Магазин новый, светлый, мне очень нравится. Большой, просторный. Когда была Черная пятница, мы заходили в Zara в Lavina Mall. Конечно, там было смертоубийство. Очень много людей, все что-то меряют, покупают. Сейчас намного спокойнее, лучше. Можно хоть что-то рассмотреть. Есть какие-то товары на скидках. Вот там красные ценники. Вот. В принципе, здесь даже лучше и приятнее находиться, чем в Lavina Mall, да? Как-то здесь комфортнее как-то намного. Как-то свет, что ли, или расстановка товара, она не так все налеплена, скажем так. Поэтому здесь как-то приятнее находиться. Друзья, зашел в магазин L'Occitane. Он, в принципе, есть по всему миру, и в Украине, в России, в Казахстане, и где вы находитесь. В принципе, это распространенная сеть. Это, я так понимаю, французская косметика, да? Которая сделана из натуральных ингредиентов. Очень приятный аромат, и мне очень нравится. И здесь я зашел, почему? Потому что мне очень привлекло яркие краски именно подарочных упаковок. Сейчас я вам покажу, что я имею в виду. Смотрите, какие классные есть здесь подарочные наборы, коробочки. В принципе, мне сказали, что их могут скомпоновать под ваш запрос. То есть должно быть соответствующее количество единиц, да, но уже ароматы там можно подбирать и менять, верно? Вот. В принципе, здесь есть на любой объем, на любой вкус, все, что хотите. В принципе, качество очень классное, всем рекомендую. В принципе, друзья, отличная идея для подарков. Голову ломать не надо, просто приходите, подбираете, и красивая упаковка, и еще и даже скидка есть, минус 25% на подарочный набор. Красивая упаковка? Да, вот смотрите, какая упаковка классная. Мне очень нравится. Вы видите, в любом цвете можно выбрать. Вот желтый мне тоже нравится, красный, зеленый. Вот, поэтому приходите, выбирайте в вашем городе. Вот. Здесь есть еще адвент такие календари. Кстати, а что там внутри? И какие? Это вот два варианта, да, есть еще, да, в коробочках? В виде комода, вот видимо, такого витринного прилавочка. Класс. А что там внутри находится? Наша продукция в миниатюрах, да? Да. Отлично. Вообще вот. Очень красивый вариант. Здесь тоже. Уход для лица, для тела. Волос. И потом, в принципе, для тех, кто любит использовать вещи, как бы, ну, с умом, это все можно еще потом использовать как шкатулку, да, для хранения своих каких-то украшений, бижутерии и так далее. Классный вариант, да? Да. Это просто более меньший объем, да, наверное? Да, там немножко меньший объем. И ну, очень много вариантов, именно маленьких подарков. А вот здесь, а вот еще, кстати, небольшие подарки. Смотрите, то я вам показывал побольше, подороже. Здесь, если кто-то рассчитывает на меньшие бюджеты, есть вот такие вот варианты. Миниатюрные, да. В принципе, на любой бюджет можно найти себе вариант подарка. Если вы не уверены насчет косметической продукции, то вы можете здесь приобрести очень красивые ароматные свечи.
Вот, я так понимаю, здесь мисты для белья есть, освежители воздуха, диффузоры есть, в принципе, саше, в принципе, все, что нужно для дома. Вот есть такие классные наборы, там и мыло, я вижу, мист, и вот такая вот маска для того, чтобы спать, для сна, всякие лосьоны, гели для душа. В принципе, и мужчинам здесь можно тоже подобрать классный вариант подарка. Я также заглянул в магазин Сваровски. Здесь вот смотрите, какие красивые есть статуэтки из кристалла Сваровски. Я считаю, это тоже прекрасный подарок. Также в Сваровске сейчас действует акция. При покупке от 3500 гривен вы получаете в подарок такой вот прекрасный кулон. Также в сети магазинов парфюмерии и косметики Брокарт сейчас действует скидка 40% на весь ассортимент товаров. Поэтому сейчас в магазине очень большое количество людей. Также можно сделать заказ в интернете. Поэтому воспользуйтесь этой возможностью и купите подарок своим родным и близким. Также я решил посетить магазин Zara Home. Здесь всегда очень красивые и интересные идеи для подарков и есть Christmas Collection. Вот такие вот наборы для приготовления бисквитов стоимостью 1400 гривен. Классный вариант. Также как вариант вот такой вот рождественский подарок, набор из 4 бокалов стоимостью 899 гривен. Мое внимание также привлекли вот такие рождественские красивые свечи большие стоимостью 400 гривен. Напоминаю, что свечи лучше дарить в паре. Вот такие свечи в виде елочных игрушек, очень красивые, рельефные. Есть разные варианты на любой вкус и цвет, множество декоров, вот такие вот красивые олени, подносы. Всякие красивые фигурные свечи, вот такие красивые яркие тарелки, которые переливаются от перелома света. Очень красивая новогодняя коллекция. Также в изобилии всего декора я нашел вот таких вот красивых птичек стоимостью 700 гривен за штуку. Ну, невероятный декор, очень красиво. Также обратите внимание, какие есть здесь ароматы для дома. Это коллекция ароматы чая. Здесь вот коллекция жасминовый чай стоимостью 700 гривен. Это и свечи, и ароматные диффузоры. Вот такие вот есть здесь варианты таких свеч с разными ароматами, вкусами.
также мое внимание привлекли вот эти невероятные глобусы стоимостью 2000 гривен. Это невероятное украшение, декор для любого интерьера. Как вариант, вот такой вот набор игрушек стоимостью 699 гривен. Тут случайным образом на самом верхнем этаже я попал в шикарный магазин новогоднего декора и игрушек. Конечно, цены кусаются, цены не смотрел, просто посмотрел несколько вариантов цен. Конечно, цены здесь очень высокие, но и качество, и уровень игрушек просто на высоте. Поэтому далее просто и без комментариев. Ну что, друзья, на этом я заканчиваю свою экскурсию по торговому центру River Mall. В принципе, в итоге я, как обычно, ничего не купил. Не знаю, что-то я как-то очень скептически отношусь к выбору подарков. Ничего мне не понравилось. Вот. Хотя были там неплохие кошельки по хорошим ценам, на скидках кожаные. Но я еще подумаю, тут же надо всем угадать с цветом, с фасоном и так далее. Поэтому буду изучать пожелания всех, кому нужны будут подарки подарить на Новый год. И уже потом с более конкретными целями буду приходить в магазин на закупки. На этом я заканчиваю свое видео. Надеюсь, вам это видео понравилось. Вы нашли для себя идеи для подарков к Новому году. Ну что, до встречи в моих видео. Всем пока-пока.